Классический шашлык готовится из мяса свинины, которое достаточно жирное и нежное. Мясо прекрасно впитывает в себя аромат лука и становится нежнее от газов минералки. Для данного рецепта мясо выбираем молодое и свежее. Желательно взять окорок или шею. В процессе маринования солить не надо, так как мясо пустит сок, и при запекании будет сухое. Солить необходимо непосредственно перед готовкой. Свинину нарежьте на порционные куски. Нарежьте лук полукольцами. Лук разомните руками. Смешайте с мясом и оставьте постоять 1 час. Затем налейте минеральную воду и хорошо перемешайте. Дайте постоять еще 1 час. Замаринованное мясо посолите, добавьте перец. Хорошо перемешайте. Нанизывайте на шампуры и готовьте на горячих углях, периодически переворачивая. Приятного аппетита!